Город Караганда, Майкудук. Здесь окраина 16-го микрорайона, такая загогулистая дорога, излучена такая. Налево идет дорога в сортировку, Павлодарскую трассу, Каркаралинскую трассу, а направо уходит на ЦОН, на райисполком бывший, ну сейчас акиматом этот Октябрьский. А здесь у нас такая улица, старая улица, называется Пристанционная. Там бараки, вот мы туда и пройдем. С той стороны вот 16-й микрорайон идет дорога на станцию Новую Майкудук. Вот это улица Пристанционная. Вот тут конкретные бараки. Как-то зимой я снимал эту улицу. Давно было. Такая широкая машина. Opel Vectra, да? Вот он едет и пикает. Я еще помню, есть такая даже поговорка. Продай Opel, купи машину. Он такой, наверное, крутой, объехать не может. Вот это конкретные бараки. Ну вот этот барак отделанный. Что такое барак? Это длинный такой дом со множеством входов, да? Вот один вход, второй, третий, четвертый, пятый. И вот на улице и вот ход в постройке. Вот это и есть барак. Типичный барак. Он модернизированный. Весна в Майкудуке. Вот это старый Майкудук. Вот там за железнодорожным переходом. Можно будет дойти до этого. Камыш растет. Вот та улица Пристанционная. Вот это барак модернизированный. Ну, шифер хороший достаточно.
там старый Майкл Дугза. За путями, да. Железнодорожным полотном. Идет состав товарный. Товарный состав следует по железнодорожным путям. Здесь несколько замахает. Вот состав прошел, товарный, и видно здесь рельсы, восходящиеся пути, сходящиеся. Там дальше дома, это старый Майкудук.